высокий, и когда я на него сел, то я все видел. Да. Понравилось на верблюде кататься? Да, очень. А сколько ему лет, Никит? 5. 5 лет? Это молодой верблюд или уже такой? В возрасте. Молодой. Молодой, да? После поездки мы сделали общую фотографию, и я погладил верблюда. Он мягкий был? Да, очень. Ему было жарко. Да. Сегодня мы будем кататься с вами на корабле с прозрачным дном. В этом прозрачном дне можно смотреть на рыбок. Давайте на нем покатаемся. Мало рыбок, я не так особо не вижу. Сейчас прикармливаю. Ой, смотри, тебе не страшно? Смотри, вон там внизу какая рыба черная. Видишь, вон она, как уши. Страшно. Да, мне не страшно. Не страшно?
ну что, смотришь за рыбками? Да, да. Тебе нравится? Да, да. Тут интересно. Слева. Вон слева. Вон слева. Видишь, он белый. Скот! Обалдеть. Смотри, вон она. Вон, смотри. Акула, вон она большая. Вон где белая. Вперед, смотри. Вот акула. Ты видишь? Вот ее хвост. Смотри, вот хвост. Вот, смотри. Дай ей хвост. Хвост, види. Вот акула. Акула. Что тебе больше всего понравилось? Акула. Большая она была? Да. Рыбок много было под водой? Да. Кораллы красивые? Да. Аквалангист сделал. А, вот он.